Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России могут кардинально пересмотреть правила дорожного движения. Сбор предложений не прочь взять на себя общественная палата страны. По словам активистов, за последние три десятка лет ПДД изменялись и дополнялись несколько десятков раз. В результате документ стал громоздким и путанным. Среди того, что может попасть в новый свод правил, снижение с 60 до 50 км в час максимальной скорости транспорта в населенных пунктах, обязательное ношение пешеходами световозвращающих элементов и за городом, и в городе, введение минимальной скорости движения на автомагистралях. Трасса 101. Кстати, только немногим более трети российских автомобилистов регулярно перечитывают правила дорожного движения. Около 30% поучаствовавших в опросе водителей заглядывают в ПДД, когда возникает сложная ситуация. Каждый седьмой респондент заявил, что прекрасно помнит правила от корки до корки. Что касается наиболее сложных моментов в ПДД, то большинство участников исследования сошлись во мнении, что это сигналы регулировщика. Трасса 101. На дорогах, ведущих на юг России, появилось больше мест, где сотрудники ДПС дежурят вместе с судебными приставами. Задача последних – вывести на чистую воду неплательщиков. По данным ведомства, сейчас в нашей стране насчитывается почти 20 миллионов должников. Поэтому специалисты советуют, чтобы благополучно добраться до курорта и не столкнуться с арестом машины или другого имущества, необходимо заранее поинтересоваться наличием или отсутствием у себя различного рода задолженностей. Трасса 101. В нашей стране до конца этого года может появиться еще одна автомобильная марка из Поднебесной – «Хонг Ки». Слово переводится как «красное знамя». Ранее компания делала автомобили для китайской политической элиты, но потом ушла в более бюджетный сегмент. Впрочем, одну из моделей, которая будет предлагаться в России, явно можно отнести к люксовым. Это электрический кроссовер EHS-9. В топовой комплектации он оснащается мотором мощностью более 500 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает всего 4 секунды. Запас хода свыше 500 километров. Трасса 101. А BMW тестирует X3 нового поколения. Кроссовер не будет кардинально отличаться от предшественника. Среди внешних изменений – другая решетка радиатора, новая оптика, иные бамперы, а также рельефный капот и панорамный люк. Что касается двигателей, то в линейку войдут несколько агрегатов. Это и традиционные ДВС, и гибридные версии, и полностью электрическая установка. Такой автомобиль будет называться iX3. На официальном российском сайте BMW, добавлю, цены на трешку сейчас начинаются от 5 миллионов 320 тысяч рублей. Трасса 101. И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС движение при покупке от 20 литров бензина «Ультра-92» через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».